Доброе утро. Сегодня баба галюш, восточное блюдо. Ну, по сути, это баклажанная икра. Икра из баклажанов. Ну, как кому нравится. С добавлением в оригинале кунжутной пасты. Но я же не могу делать все как надо. Поэтому у меня арахисовое блюдо. Поехали. Говорит Юлия Высоцкая, вырезаем злость. Теперь я это буду есть. Очень интересно и вкусно. Приятного аппетита!